Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня вы, друзья, узнаете еще один простой и недорогой способ, как отделать стены вашего интерьера. А речь пойдет сегодня о декоративном нанесении. И делать я его буду из простых материалов. Но перед тем, как приступать к работе, я скажу, что у этого нанесения нет названия, так как оно у меня получилось совсем случайно, произвольно и довольно-таки смотрится интересно и в работе не нуждается в каких-то особых, я бы сказал, каких-то строительных навыков и так далее и тому подобное. Для этого не надо иметь какое-то специальное образование, либо какой-то опыт в строительстве. Это делается довольно-таки очень просто, и я думаю, что с этим нанесением справится абсолютно любой. То есть ничего сложного в этом абсолютно нет. А делать мы будем вот такую вот фактурку. Данная фактура у меня нанесена в одной комнате, это у меня детская комната, и она сделана, выполнена в мятном цвете. Также я буду делать на образце, ее показывать, все этапы ее, и также сделан в таком же цвете, мятном, как вот в этой комнате. Мой гипсокартончик, и можно приступать к нанесению самой фактуры. Фактуру я буду формировать из такой вот акриловой шпаклевки, это финишная шпаклевка. И предварительно я ее уже заколеровал. То есть она у меня заколерована вот в такой вот мятный цвет. Вот так она выглядит. Колеровать можно ее в любые цвета. Ничего какого-то сверхсложного там нет, в принципе. Я беру, обычно использую 20-кубовый шприц, и нужного цвета, допустим, добиваюсь в каком-то уже ведре. Из расчета я знаю, что на, допустим, на 17-килограммовое ведро акриловой шпаклевки мне надо, к примеру, 30 кубиков красителя. То есть и вы уже эту пропорцию знаете, и вы никогда не ошибетесь. То есть вы всегда попадете в цвет. Ну а я приступаю. Что же касается, ребят, еще этой фактурки, она где-то по себестоимости, я уже говорил, выходит в районе где-то доллар, вот так где-то на уход доллар, но можно данную фактуру сделать еще чуть-чуть дешевле, то есть использовать, к примеру, не акриловую шпаклевку, как я использую, можно использовать обычную финишную шпаклевку, это сатен гипс, он идет в мешках, это сухая смесь, мешки по 25 килограмм, по-моему. Ну, там немножко как бы сложнее с этим совсем работать. Но выходит не совсем, ну где-то выйдет, может, гривен 20 квадратный метр, где-то вот так, скорее всего. Там добавляется еще немножко одна операция, как бы лишняя. Ребята, что касается толщины слоя, то слой произвольный наносите. Не надо там ловить какие-то моменты. Потому что у вас как бы это все выровняется в принципе, как бы проблем вообще абсолютно нет. И после того, как нанесли слойчик, я беру вот такой вот валик. Вот так он выглядит. Это валик фирмы Фаворит. И начинаю вот это все катать. Катайте, не стесняйтесь. Он такой подрыв идет. Сейчас камеру сниму. Посмотрю, что получается. Так.
раскатываете просто. Все. Абсолютно ничего сложного нет. И обратите внимание, видите, у меня подложки не было с этой шпаклевочкой. И проблем у меня нет. Нигде ничего не просвечивается, нигде ничего не выбивает. После этого как прокатали, и как обычненько шпателечком легенько все это дело наше приглаживаем. Легенько, ничего сложного, все. Шпателечек, и просто его вот так тяните. Не надо его прижимать, просто его взяли и вот так тянете. Он приглаживает верхние края, и получается вот такая вот. После того, как сформировали фактурку, оставляем ее полностью высохнуть. Она высыхает. Мы шпателькам после этого, как высохнет, она пробежимся, позбиваем какие-то вот такие сопельки. Грунтуем грунтом глубокой пропитки. Грунт глубокой пропитки дает нам лучшую экдезию с последующим слоем. Это наш финишный слой будет. Защитное нанесение это будет. В качестве защитного нанесения это будет у нас лак. И тем самым грунт глубокой пропитки укрепит нашу поверхность. Сбиваем наши шипучки и приступаем к грунтовке. Ребята, еще такой момент. Вы должны учитывать, что фактура при высыхании немножко меняет свой цвет. В данном случае у нас, если вы обратили внимание, она посветлела, но наш лак немножко даст ей мокрый эффект. То есть, и немаловажный момент, обязательно давайте хорошо высохнуть. Слоя должны хорошо высохнуть. Мы грунтом пропитали нашу полностью поверхность, оставляем ее до полного высыхания. И приступаю к нанесению финишного слоя. В качестве финишного слоя я буду использовать вот такой вот фасадный лак. Это глянцевый лак фасадный, также можно использовать матовый, полуматовый. И перед тем, как его нанести, я его очень хорошо размешаю. Он такой немножко, обратите внимание. Кстати, что касается расхода, ребят, ну, расход по лаку идет 100 грамм на квадратный метр, то есть литра лака хватает в пределах от 8-12 метров квадратных. И наносим наш защитный слой. Когда будете наносить лак, желательно, чтобы помещение проветрилось так, что у него такой запах специфический. Соблюдайте меры безопасности, предосторожности. Обратите внимание, что у нас лак дает фактуре сразу мокрый эффект, она темнеет. Ну, нанес я финишный слой, я оставляю его высыхать. Теперь глянем, ребята, что у меня получилось. Он еще влажноватый, конечно. В принципе, вот так.
качество высыхает в зависимости от температуры и от влажности в вашем помещении. Ну, как правило, это пару часов. Но есть такое понятие, как процесс полимеризации. У акриловых лаков он происходит немножко дольше и занимает он по времени в среднем 10-14 дней. То есть лак уже наберет полностью всю свою прочность уже после 2 недель. То есть уже более жестко можно будет его эксплуатировать. Ничего сложного нет. Еще бы я хотел обратить ваше внимание, что касается вот данного валика. Подписчики моего канала и также гости моего канала знакомы с этим валиком. Я данным валиком формировал у себя фактуру. В качестве смеси я использовал клей, либо плиточный, либо для теплоизоляционных материалов. И так как у него фракция там немножко более крупная, и он такой немного получается, фактура получается немного грубовато. И смотрится довольно-таки очень интересно. И похоже она на кору дерева. То есть, если кому-то будет интересно, переходите, ссылочка будет в описании на данную фактуру. Что же касается этого валика, очень многие ребята писали, что не могут его найти на просторах интернета. Кто-то находит, а, как правило, большая часть людей его найти не могут. Я уже по просьбе наших подписчиков уже сделал альтернативу данному валику. Довольно тоже очень интересно получается с альтернативой фактура. Если кому-то интересно, переходите, ссылочка в описании. В принципе, я там более подробно все рассказываю и показываю. А на сегодня все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. А я, как всегда, желаю вам добра, здоровья и до новых встреч. Пока-пока!